Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас знает, насколько богат русский человек теми, кто был до нас, той классикой золотого века, серебряного века, поэтов, писателей, музыкантов. И так много талантов, которыми славилась Русь. И сегодня мы живем в 21 веке и видим таланты, но так хочется иметь тот же богатый цвет, который был раньше. И мы хотим данными программами не только прикоснуться к тому, что было в истории, но воскресить и дать движение жизни уже в новом поколении. И Дух Божий нам поможет это сделать. Поэтому мы не только дотронемся до золотого, до серебряного века, а мы достанем оттуда ту драгоценность, которую принесем в Божье присутствие и размножим Духом Святым. Потому что у Бога в Его Духе есть способность животворить. И поэтому мы хотим воскресить тот потенциал, который ушел раньше времени. Мы знаем, как много поэтов ушло в самом рассвете своих сил. Значит, потенциал не был реализован. И сегодня у нас с вами есть возможность его возвратить в русскую душу, в сердца, открытые перед Богом. Александр Лавров из пророка Захарии. Пророк, ты призван Иеговой к служению правды на земле. Так кинь же приговор суровый народу, гибнущему в зле. Твой век пред Богом неприступен, твоя душа всегда чиста. Ты духом бодр и неподкупен, тобою Божьи уста глаголят Божьему народу, вещая милость и невзгоду. Пророк, взгляни на свой народ и зри смятенную душою, своею лживою красою его нечестие гнетет. И близок он к падению снова, и грозен гневный Иегова. Иди ж, пророк, ты в царство лжи, и всем безумцам укажи, что кара тяжкая в грядущем ниспослана им всемогущим. Господь, я благодарю Тебя, что Ты имеешь что сказать сегодня народу, живущему на земле. Я благодарна Тебе за то, что Ты дал нам узнать Себя как Отца, как любящего Спасителя мира. Но Ты же сказал, что Ты огонь поедающий, потому что Твое отношение ко греху и ко всякой нечистоте, оно очевидно. И дай человеку успеть отделить себя покаянием от всякого зла на этой планете Земля, чтобы суд пришел на дела дьявола, но не на людей. И поэтому сегодня наша молитва к Тебе о благости для всего человечества, которое приводит людей к покаянию. My blessed God, Лавита Фродос. My good Равира Калифат, Лавита Крутос Палилодос. My common Тури Калилодос, Капира Фратос Иксадотос, Лаварда Глойзант, либо Сплайс. Камина Фотер Палавардос, Ликин Кулфада Гута Тейт, Арпрада Кунда Саливандос, Лапина Крайсис Каливандос, Лакуна Фрадос, Мир Фалфейс. Благословляю во имя Иисуса Христа дни наши на этой земле, именем Твоим, Господи, чтобы все живущие на планете Земля могли преображаться от того, что глагол пророка звучит на планете Земля, и уши людей открываются, глаза помазываются мазью. И я благословляю, Господь, елеем сердца наши быть снабженными от престола Твоей славы, ибо Ты призвал нас благословлять. И я благодарю Тебя, что Ты дал нам об этом знать. И пусть это благословение из уст наших вытекает не только на нас, не только на наших близких и родных, но на наших сограждан, на тех, с кем мы живем на этой земле. И благословлять мы сможем Твоим Духом, Твоим Словом, Твоим именем каждого, с кем встречаемся. Да будет так по милости Твоей, по богатству славы Твоей во имя Иисуса Христа. Аминь.